Всем привет, ребята! Сегодня на канале Макс Джуниор приключения муравья Флорантино. Усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Эх, только бы не попасться злому солдату. Он меня точно отправит обратно на работу. А мне нужно любым способом выбраться из муравейника. Где-нибудь снаружи я точно найду нужную мне деталь. Так, но как же его обойти? Посмотрите, какой он злой. Зубастый и огромный. Так, попробуем отвлечь. Очень хорошо. Теперь можно подобраться поближе. И вот так. Остаемся тут. Он совсем рядом. Только бы не попасться. Мне нужно в этот проход. Но если я выйду из тени, он меня точно заметит. Отвлечем еще разок. И попробуем пробраться вот сюда. Наверх. Скорее, скорее. Работаю, работаю. Эй, привет. Работаю, 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 работаю. Так, это что такое? Так, ладно, работаю, работаю. Чем ты занят? Я работаю, смотри, стучу. Я хорошо выполняю свою работу. Да, ты точно хорошо ее выполняешь. А то. Послушай, ты не мог бы мне выпрямить ложку? Да, давай, конечно, это я легко сделаю. Я люблю работать, так? Вот, спасибо тебе большое. Не за что, дружище, я люблю работать. Работаю, работаю, работаю. Посмотрим, что у нас тут. Работаю, работаю, работаю. Итак, пуговичка. Тоже пригодится. Так, нужно стучать, хорошенько работать. Работаю, работаю. Нужно придумать, как пробраться мимо муравья-солдата. Работаем, стучим, стучим. Работа не должна останавливаться. Нужно стучать еще быстрее, вот так. Эх, ну и шумный же ты. Я не шумный, я просто люблю выполнять свою работу. Я, пожалуй, пойду. Давай, удачи. Хорошего тебе дня. И тебе, дружище, а мне пора работать. Работаю, работаю, стучу, работаю. И вот не так. Надоело тебе стучать? Нет, не надоело. Все, давай, не мешайся, пока. Нужно его отвлечь. Итак, он ушел. Кажется, у меня есть одна идейка. Я смогу мимо него пройти. Но для этого мне пригодится ложка. Итак, соберем немного земли. Нужно еще раз его отвлечь. Положим землю вот сюда. Эх, что-то не получается. Хорошо, спрячемся в тень. Вот так. Хорошо, этот муравей не самый умный. И его можно будет обмануть. Итак, отлично. Теперь возьмем еще вот эту землю. Собираю. Прекрасно. Я знаю, что его точно сможет отвлечь. Марка с красивой девушкой. Он должен засмотреться. Итак, снова отвлечем. Сейчас-то он точно ее заметит. Я там даже фонарик повесил. Я был прав. А теперь положим сюда землю. Ой, опоздал. Нужно было делать это раньше. Эх, теперь он снова уйдет на свой пост. Ничего, сейчас все получится. Сначала положим землю. Вот так. А теперь отвлечем. Он никак не может понять, что происходит. Ага, заметил. Прекрасно. Вот, теперь-то он уселся и будет туда долго смотреть. Кажется, этот здоровяк влюбился. Ну и хорошо. Нам можно будет легко проскочить мимо него. Теперь ему точно не до нас. Выбираемся из этого муравейника. Ну, наконец-то! Свежий воздух, солнышко и природа. Так, только куда же отправляться? Пойду направо. Посмотрим, что там. Нужно отыскать детальку и починить свой механизм. Тогда... Ой-ой-ой! Это же огромный волосатый паук. Только бы он меня не схватил. Осторожно, осторожно. Ой, кажется, прошли. Отлично.
Надеюсь, дальше не будет так опасно. Друзья, пока я исследую окрестности муравейника, не забудьте подписаться на канал. Встретимся с вами в следующей серии. Всем пока!